Запись начата. Итак, мы в прошлый раз с вами успели поговорить про то, как конфигурировать Spring MVC. И, в общем-то, все на самом деле. Больше ничего посмотреть толком мы не успели. То есть у нас агенда вот такая на самом деле. Вот. Сначала мы посмотрим, как выполняется поиск нужных handler-методов с помощью request-mapping. Какие можно фильтры там настроить, чтобы Spring MVC качественно вам нашел именно тот handler метод, который вы хотите, чтобы он нашел. Ну и затем посмотрим, чего в эти handler методы можно класть в качестве параметров и что из них можно доставать. Вот. Сейчас я перешарю, чтобы... Да, проще Windows, конечно. В смысле не Windows, а десктоп, наоборот. Показывать. Отлично. Итак, мы с вами возвращаемся в привычную нам среду разработки. И нужно... отрегулировать шрифт. Здесь у нас будет 18. И в эдиторе у нас будет General. Нет, фонд. Фонд то. А, ну и так, здесь 18. Вот. Окей. Мы с вами закончили на том, что попробовали Spring MVC. Приложение сконфигурировать и запустить всякими разными интересными способами с использованием XML конфигурации для одного, второго, ну то есть для сервлет конфигурации, для Spring конфигурации, и потом постепенно отключали эти самые XML, заменяли их на всякие интересные инициализеры, чтобы у нас вся конфигурация была в виде Java классов. Вот. Закончили мы на том, что у нас заработал, ну, в общем, все заработало без XML. И давайте, наверное, запустим как раз сервер, чтобы проверить, что до сих пор все работает правильно. Происходит это, конечно, не быстро. Как же можно быстро делать? Это же нехорошо. Ну вот, запустилось. И теперь нам какой-нибудь localhost должен, по идее, чего-нибудь правильное сказать. Так, а можно тебя просто... А нет, можно только все. Можно один запустить. Ладно, понятно. Вот такое мы получили в ответ. А это 404. Прекрасно. И это потому, что мы задеплоили на самом деле не сюда, а в MVC демо, если я правильно помню, по такому адресу. Снова делаем запуск. Нет. Теперь у нас bad request. Так, что ж ты будешь делать? Демоэффект как-то рано начался. MVC демо. Да? Да. Вот персон. Джош Лонг к нам пришел. Почему же к нам не хочет приходить без Джоша Лонга? Потому что... А, потому что я там уже что-то понаводил.
И параметра name у нас нету, да. Как же нам без name-то жить? Невозможно никак. Name Дима. Дима, привет. Вот Дима пришел. Молодец. Замечательно. Выяснили, в чем проблема. Ну, у нас все работает. Теперь давайте смотреть на всякие наши request mapping. Request mapping – это такая аннотация. И ставить ее можно как на самом классе, который контроллер, так и на методах. На классе этот request mapping дает некоторый префикс всем request mapping, которые будут в нем встречаться. То есть, если у нас исходный вот такой request mapping, то это означает, что никакого префикса, в общем-то, нет. И все запросы отправляются на адрес самого веб-приложения. Ну, а само веб-приложение, как мы уже выясняли, а, кстати, я так и не помню, где это указывается, что я задеплоил именно туда, куда надо. Ну, в общем, deployment происходит вот тут, наверное. Да. Забыл я как-то поискать, где именно я здесь указывал, что deployment должен происходить на вот этот адрес MVC demo самого веб-приложения. Но, да. Но тем не менее происходит он именно туда. И значит, относительно того самого MVC demo, этот request mapping дает ничего, никакого дополнительного префикса. Но если вы хотите написать контроллер, который у вас отвечает, допустим, за REST-коллекцию персонов или каких-нибудь еще других сущностей, то вы можете здесь написать, например, person. И дальше этого самого person не указывать уже внутри методов, которые handler методов. Вот, мы этого делать пока не будем. Мы перейдем к request mapping, который как раз здесь фигурирует, для того, чтобы помечать handler методы. Handler методы — это такие методы, которые может Spring MVC вызывать для того, чтобы им передавать обработку HTTP запросов. И он о них знает. Знает он о них потому, что мы класс HelloController в нем зарегистрировали в качестве собака-контроллера, ну или иначе говоря, просто бина. Он по этому бину прошелся, обнаружил, что у него есть request mapping, подумал, ага, значит нам сюда. Нашел внутри него все аннотации request mapping на методах, и вот и он знает про них, что они handler методы. Вот, что ему для этого нужно, что мы можем указать? Ну, опять же, мы можем указать адрес, путь. Дополнительно вот здесь у нас это person, здесь у нас это как бы ничего, ну, не совсем ничего, но это в данном случае не важно. И у нас будет происходить какая-нибудь ошибка в том случае, если на один и тот же путь замаплено два метода. Вот есть hello, не знаю, hello, hello. Технически для Java это окей, все в порядке. Но собираться это уже не должно. Давайте попробуем рестартануть. Поглядим, что у нас должен упасть Spring MVC после этого. Я на это рассчитываю, по крайней мере, потому что на один и тот же путь у нас два метода повешены. Да, хотелось бы, наверное, сократить количество рестартов, учитывая, что они такие долгие, каждый занимает около минуты, похоже. Ну вот, видите, он начинает рассказывать, что невозможно. Legal state exception, ambiguous mapping. Странно, что мне, кстати, идея здесь ничего по этому поводу не подсказывает, даже как-то непривычно.
что же эта идея? Обычно она подсказывает, когда есть какие-нибудь такие конфликты, интересно. Вот. Пока уберем второй метод, потом мы его снова добавим. И давайте здесь уточнять. Значит, у request mapping можно указать не только его путь, можно указать еще и всякое другое. Вот здесь вы видите, что можно указать. Ну, кстати, вместо value можно просто path указать. Да? Они вроде как синонимы должны быть. Если мы перейдем в request mapping, то мы увидим вот value, и этот value это alias for path. Ну, а path это alias for value. Зачем это нужно? Я думаю, те из вас, кто писали кастомные аннотации, догадываются, что это нужно для того, чтобы вы могли вообще ничего не указывать. Тогда то, что вы сюда передали, будет по умолчанию складываться в собака value. Вот. Но вы можете указать вот path и после этого указывать что-нибудь еще. Как видите, здесь у нас есть... Ну, кстати, name это кто такой? Ты зачем здесь? Про name я даже как-то... Не знаю, что такое имеется в виду здесь. Ну, обычно самое первое, что показывают, это, конечно же, метод. И вы можете здесь указать, какие методы допустимы для того, чтобы вот передавать управление в этот метод. В этот handler метод, да, то есть если пришел HTTP запрос просто на MVC demo, то мы перейдем именно в этот hello, но в данном случае только в том случае, если этот запрос пришел с помощью метода get. Можно сделать таким образом и сюда еще добавить post, допустим, если у вас должно быть несколько этих методов, да. Да, я ж не перезагрузил, но я думаю, вы мне поверите это и так, что в этом... А, нет, давайте так. Верить, наверное, не надо. А постмана я не настраивал. Ну ладно, добавим еще один метод. Значит, у нас это будет request на get. А здесь у нас будет... Так, ты будешь hello get. Будешь hello post. А здесь будет метод post. Оба принимают имя, но здесь будет имя плюс имя. Вот так. Вот, а так никакой разницы, да? Один говорит get, другой post. Ну или... Давайте посмотрим на таком коротком примере, что можно, в принципе, иметь несколько методов, которые указывают на один и тот же путь, но если они замаплены на разные методы, то у них нет перекрещивающегося такого области, на которую оба из них могли бы претендовать. Поэтому... Теперь упасть не должно, если вкратце. Здесь, если что, продолжим. Здесь у нас будет name. Дима. Кто знает, что такое Dia, напишите в чатике. Кто знает и пользовался. Так, отлично. Давай тебя запускать. Как вот. Есть же нормальный какой-то здесь run. Это не тот run, который я хочу. Ладно. Вот, видите, пришел dia get. Если я здесь, если я скажу тебе post, ты так работаешь. А, вот, вот оно что. Значит. Ладно, понятно. Вот, видите, теперь пришел dia post. Вот как удобно. Даже не нужен браузер или Postman.
Окей, ну это самое базовое и настолько часто встречающееся, что иногда вы можете вот этот собака request mapping увидеть замененным, допустим, на get mapping. Вот в данном случае эти две строчки, вот это и вот это, эквивалентно. То есть get mapping это тот же самый request mapping, просто для него в метод указан get. Вот и все. Для простоты можно таким образом делать. И на самом деле, наверное, это более рекомендованный способ, потому что вы сразу видите указание метода. Это, конечно, не подойдет в том случае, если вы хотите один и тот же метод назначить сразу на несколько HTTP методов. Да? Один handler метод на несколько HTTP методов запроса. Вот, там можно только вот так. Но в целом лучше используйте именно getMapping и postMapping. Все остальное у них вот то же самое. Здесь у нас есть еще некоторые варианты, что можно указать. Например, мы можем указать здесь params равно вот таким образом name. Да. И еще раз продублировать метод и сказать здесь hello get no name. Get no name. А name у него и нет. Нечего его здесь просить, если его здесь нет. Значит, что здесь получается? Здесь получается следующее. В первом методе, который hello-get, мы хотим его позвать только в том случае, если пришел get-запрос туда, куда нам нужно, и есть параметр name. Вроде бы сюда же подходит и вот эта часть, да, то есть этот request mapping замаплен только на path и на метод. То есть здесь ничего не говорится про params какой-то дополнительный, нужен он или не нужен. Поэтому, казалось бы, у них, у этих двух методов, handler методов, есть общая область, за которую вроде бы оба они отвечают. То есть, когда приходит параметр name, мне кого позвать? Вот этот hello-get или hello-get-no-name? Это очень интересный вопрос. Как вы думаете? Напишите в комментариях. Я как раз буду сейчас перезапускать. Мы проверим, поднимется или не поднимется. Напишите, поднимется или не поднимется в чатик. Посмотрим, как вы верите в силу спринга. Сможет он или не сможет в данном случае. Поймет, что я хотел сказать, или не поймет. Дмитрий думает, что поднимется. Павел тоже обычно считает, что спринг умный. И вот у нас скоро уже момент истины. Все верят в Spring. Интересно. Ну ладно. Вот deployment раз. И видите, deployment завершился успешно. Хм, интересно. Давайте запустим вот этот наш named. А, это post. Post нам не нужен. Нам нужен get. Давай нам get. Run. Вот, пожалуйста, да, работает диагет. Если я при этом name не укажу, то get no name, пожалуйста. В данном случае эти области, они не просто пересекаются. Да? Почему Spring смог разобраться? Потому что области ответственности у этих методов не просто пересекаются, а одна из них полностью входит в другую и ее уточняет. Да? То есть здесь... Если есть более уточняющая спецификация, чем у другого метода, то он сможет подняться и сказать, что ну ладно, если есть параметр name, тогда сюда, если нет, тогда вот вариант по умолчанию. Здесь он догадывается. Можно было бы сделать на самом деле таким образом. И инвертировать здесь немножко. Да? Я сейчас... Надеюсь, я правильно помню, и можно таким образом указать. Вот этот восклицательный знак в начале говорит, что
параметра name вообще быть не должно. Не надо. Уходи. Зачем ты его сюда ставишь? В общем, и вот этот как раз теперь получается метод уточняющий, и он должен срабатывать только когда параметра name нет, а здесь когда он есть. Давайте перезапустим и поглядим, сработает или нет наш request mapping. Кто думает, что сработает? Напишите в чатик. Кто верит в фичи request mapping Spring MVC? Кто думает, что их программировали предусмотрительные люди? А кто не верит, что кто-то мог добавить восклицательный знак в свои expression language? Так, он запустился, смотрим. И раз. И вот у нас getNoName. А если name равно die. И раз. И вот он у нас die_get. То есть да, он сработал. Вот такой вот он молодец. Я здесь продублирую, просто чтобы два раза не ходить, не редактировать. Отлично. Нет. Светлана, это ты про то, что не сработает сейчас, или про то, что Максим написал? Тут просто Максим кое-что написал интересное. Он говорит, что можно вообще params убрать, и теперь все равно Spring все поймет, что мы от него хотим, потому что в одном случае мы просим request param, а в другом не просим. Соответственно, наверное, если Spring такой умный, то он может этот name сюда подставить в том случае, если он к нам пришел, и вызвать этот метод. А если request param name не пришел, тогда вот сюда вот этот метод вызвать. Вот это уже интересно. Давайте проверим предположение Максима. Кто за то, что сработает? Напишите в чатик, чтобы как-то... Ну, давайте снова, да, сработает или не сработает. Делайте ваши ставки. Здесь должен быть звук рулетки. Или как, что, где, когда, там эти самые. И го-го. Юла называется это. Да. И музыка такая играет. Тин-тин-тин. Так, артефакт деплоится. Деплоится артефакт. Ну, похоже, все думают, что сработает. Вот как интересно. Ой, смотрите, не сработал. Не сыграла ваша ставка. 1-0 в пользу казино. Или кого там, в пользу клуба. Я давно не смотрел, что, где, когда, извините. Значит, давайте посмотрим, что так. Это что мне тут наделал такое? Вот, error creating bing request. Ох. Так. Где exception мой? Consult refresh. Вот он. Ambiguous mapping. Cannot map hello controller метод. Вот на hello get. Или есть уже вообще-то hello get no name. Так что в данном случае нет. Spring не смог разобраться. Можно подумать, что это он теперь как бы не очень умный оказался. А можно подумать о том... что вообще-то в этом самом request параметре вы могли бы указать ему как там required false, и тогда стало бы совсем непонятно. Ну, согласен, было бы, наверное, приятно, если бы оно так здесь срабатывало, но нет, не срабатывает. Ну, не знаю, давайте еще какие-нибудь здесь интересные подводные камни поищем. Давайте так, значит, здесь у нас будет param. Здесь у нас, значит, будет name. И, допустим, мы хотим его вызывать только в тех случаях, этот метод, когда name не просто name, а name равно... Yeah. Вот так.
То есть у меня не просто есть параметр, а параметр, в котором еще и значение D обязательно. Вот так я хочу. Вот так продублируем. Здесь, значит, у нас будет hello get D. Никто не пользовался D, никто не знает, что это такое. А здесь мы просто параметрные. Вот так вот сделаем. Как вы думаете, будет работать? Делайте ваши ставки, потому что мы перезапускаем. Давайте перезапустим. Проверяем. Значит, я здесь теперь определяю не только, какой должен быть параметр, но и чему он должен быть равен. Смотрим, как у нас все запускается. Снова есть надежда на то, что оно сработает. Сработает ли? Давай. Сейчас задеплоится и будет работать. Да, вот Александр справку про Диа рассказал. Смотрите-ка. Ну, он запустился. Давайте проверять. Итак, значит, вот у нас get localhost name. Нет, давайте сначала вот этот, наименее интригующий. А, погоди, а как вас разделять? Ну, здрасте. Add request. Get request. А, вот вас как разделять. Ничего себе. Ладно. Синтаксис у вас, господа. Так, вот этот нижний вызываем. Нам придумывают маркдаунов, а ты потом сиди. Вот, значит, у нас get no name. Он уже работает. Дальше мы делаем вот так, Ctrl-T. И теперь у нас еще get вот этот name dia. Его позовем. Давай. Вот, смотрите, вызвался именно hello dia, get dia, dia, dia. Да, Александр, я про Диа, конечно, который редактор программ. Редактор, пардон, диаграмм. А не про аэропорт Денвера. Или тем более разведывательное управление Министерства обороны США. Интересно. Очень здорово, что в Южной Корее есть группа Диа. Это тоже ведь кей-поп? Бывает кей-поп с герл-группами, да ведь? Не обязательно там мальчики должны быть. Я просто не уверен. Так, а здесь у нас будет... Ну, давайте не Диа, а кто-нибудь другой. Ну, например, привет, Андрей. Вот. Hello, Андрей Гет. Вот, видите, замечательно. Вот он как работает. Видите, здорово. Замечательно, да? Это же прекрасно. Ладно, но на самом деле вызывать... Вернее, делать такой маппинг, в котором конкретно именно значение указывается, это, конечно, круто, но как-то чересчур локально, да. То есть я бы хотел здесь указать не одно значение, а ну как-то или несколько, или что-то в этом духе. Ладно. Давайте сделаем так. Значит, здесь будет не dia, а будет здесь... Давайте проверим. Регулярное выражение может быть поддерживаться. Как у нас символы? Сейчас это space или символы? Я забыл. Кто там про регулярки знает? Вот этот. Как мне указать здесь любое количество символов. А, ладно. Сделаю. Так, там где? Немножко сузим. Так, отлично. Сейчас мы сделаем еще один request mapping, и все они на один и тот же путь. Это у нас будет hello get dia az. Здесь у нас будет az.
А здесь у нас будет не AZ, здесь у нас будет, например, 0-9. Чтобы можно было вот так поздороваться. И здесь мы напишем hello. Странная у меня ассоциация, ну ладно. Здесь, в общем, махнем. Робот номер такой-то. Ну, мол, если пришел человек и вместо имени он сообщает какой-то номер, наверное, он робот. Не будем думать о чем-то более плохом. И давайте перезапустим. Как вы думаете, сработают ли регулярные выражения? Напишите в чате, как вы думаете. Сын Маска. А, у сына Маска что, зовут как-то числами? Я не знаю, как зовут сына Маска. Я знаю, что где-нибудь вот в Древнем Риме или, по-моему, еще в Японии, в самурайской, в древней, у них было принято именно сыновей называть там первый, второй, третий, и поэтому у них там всякие луций, секунд какой-нибудь есть, или знаменитый секст Помпей, это просто шестой Помпей, да, и у самураев там то же самое было, но это я так, на 100% не помню. Значит, смотрите, оно, по крайней мере, запустилось. Давайте проверять. Не, ну это, конечно, прикольно, что его так зовут, но... Честно говоря, лучше бы он его называл там в виде SQL-инъекции. Это было бы все-таки веселее. Прям как в комиксе. Итак, давайте смотреть. Значит, где у нас запускается и возвращается нам диагет. Так, диагет. А, все правильно, диагет, да? Мы сюда не попадаем, в эту регулярку, сюда тоже не попадаем, поэтому попадаем в дефолтный вариант, когда у нас есть вообще параметр name. И получаем вот такой диагет. Это замечательно. Теперь проверяем вообще без параметров. Get noName возвращается. Замечательно. Так, вместо Андрея у нас теперь пойдет Андрей с маленькой буквы. Ну давай, Андрей, не подведи. Нет, смотрите-ка, он все равно Андрей Get. А должен был быть вот, вот такой. Неужели ты не работаешь? Ладно, давайте здесь поставим 9. 9 get. Нет, не работают регулярки. Очень жаль. Очень жаль. Ну, не знаю. Может быть, там синтаксис какой-нибудь другой. Может, надо на двоеточие поменять, в самом деле. Давайте посмотрим. Вдруг там надо на двоеточие поменять, в самом деле. А я и не помню. А. Да. Ну, конечно. Кто написал прекрасную регулярку? Воистину, если у вас есть проблемы, вы пытаетесь ее решить с помощью регулярок, то теперь у вас есть две проблемы. Я же регулярку неправильно написал. А вы мне никто не подсказал, что регулярки не учили. Как можно не понять сразу, что была неправильная регулярка? Это же очевидно. Смотришь, и сразу понятно, регулярка плохая. Кто понял сразу, что регулярка плохая, просто молчал из вежливости. Напишите в комментах. Сомнения. Не из вежливости, а из сомнений. Понятно. Так, давайте смотреть. Придет ли к нам девятый робот? Приходи,
Нет, робот не пришел. Может быть, придет хотя бы Андрей? Андрей, приходи. Пожалуйста. Нет, Андрей тоже не пришел. Да что ж такое-то? Ну, дела. А что тебе не так-то? Давай мы тебе просто скажем тогда вот так. Я не помню, как плюс. А мой плюсик там и не поставят, нормально. Hello. А, вот тоже так можно. Ну ладно. Ладно, на самом деле регулярки работают, я просто не помню, как именно. Давайте еще один вариант попробуем. Вот просто здесь D поставим, потому что D это я помню, что вроде как число, поэтому это должно сработать. А как будут обычные буквы, я забыл. Регулярки, они все время такие. Напишите в чат, что вы думаете о регулярках. Дмитрий говорит, что написал и забыл, а Максим забывает еще быстрее. Удобно, если знать. Но, Дмитрий, что вы льстите девелоперам? Обычно девелоперы используют регулярки методом «не написал, забыл», а «скопировал и забыл». У меня такое полное ощущение. Но я так делаю, наверное. Так, значит, давайте робот номер 9 к нам придет. Я надеюсь, в этот раз хотя бы. Пожалуйста, пожалуйста, приходи. Нет, все равно не пришел. Что ж ты будешь делать? А, не, погоди. А давайте мы ему скажем, что он теперь int. Вот этот поворот, да, давайте поглядим, может он так поймет. Я же тебе сказал, что это должен быть int. Негодяй ты такой. Давай, делай мне int. Да, к сожалению, некоторые задачи все-таки с помощью регулярок все равно решаются лучше, чем без них, поэтому избежать их использования совсем всегда не получится, конечно. Очень жаль. Так хотелось. Так, давайте смотреть. Давай, робот, приходи. Да что ж ты будешь делать? Нет, все равно не приходит. Не приходит. Может быть, через равно. Я же заменил двоеточие на равно. Может быть, делал это. Нет, все равно не пришел. Ладно, будем считать, что это пришел демоэффект. Я вам не смог как это показать, но я точно такое делал, я помню. Там тоже разделял символьный ввод и вот числовой, да, циферный. А зачем я так делал? У меня был, ну, условно, там find by ID и find by name. И они... Здесь отображались просто там либо ID передавался, либо name, то есть path у них был одинаковый, за исключением вот этой последней части, да, то есть там использовался именно path variable. А, ну, хотя
Это ж вроде даже не здесь. Это же был именно path, да? Да, это был именно path. Ну, в общем, с параметрами тоже такое делать можно, вроде бы. Только почему-то сейчас у меня не получается, извините. Так, давайте это мы отменим, это мы убираем. И теперь посмотрим, что еще есть, кроме параметров. Ну, кстати говоря, параметры можно несколько указывать, да, через запятую, по-моему. Возможно, через точку с запятой. Не проверял. Но тоже можно настраивать. Значит, помимо этого есть хедеры. Здесь вы можете указывать там свой любимый какой-нибудь хедер. Он мне может что-нибудь подсказать? Похоже, нет, ничего не может подсказать. Например, если взять какой-нибудь юзер-агент и ему там прописать регуляркой какой-нибудь юзер-агент для мобильного, допустим, приложения или мобильной версии браузера, то вы сможете таким образом разделить поток исполнения для мобилок и для немобилок. Но Марина пишет что-то про valid pattern rejects, validation rejects. Это про другое немножко. Это вы вот этот valid pattern можете указывать не здесь, не вот тут, а вот тут. Возможно, кстати, в этом и кроется загвоздка. Возможно, у меня из-за этого не сработало, что можно там это указывать. Ну, давайте посмотрим, чего еще здесь можно указывать. Про хедеры я вам сказал, да, то есть можно делать выбор по параметрам, по хедерам. Ну, по самим хедерам, наверное, не очень интересно, вот по их значениям более интересно. А, ну, не, ну, path понятно, да, метод. И еще consumes и produces. Produces, и здесь можно указать какой-нибудь application JSON. Вот что-нибудь в таком виде. Application JSON. Да, так гораздо лучше он говорит. То есть теперь мы говорим, что мы вернем именно application JSON, хотя вообще-то это совершенно не так. Мы здесь будем возвращать текст HTML вообще-то. Вот. Ну, давайте, кстати, сделаем такой вот маппинг. Здесь у нас, значит, текст HTML, а здесь JSON. Только нужно нам кое-что здесь тогда переназвать. Здесь у нас будет просто hello get, а здесь будет hello JSON. И возвращать он будет, конечно, string. Здесь нужно пометить его еще request и вернуть remove. А, ты меня и так, что ли, понял? Ну-ка, ну-ка, ты чё? Интересно, он меня понял, что ли? Чтобы долго не рисовать. Вот так. Ну, вроде это валидный JSON. Давайте попробуем запустить, поглядим. Значит, все абсолютно одинаково, да, но в одном produces текст HTML, в другом application JSON. Мы пока что вот это отредактируем. Здесь у нас будет accept кого? Как это называется? Accept просто. Application JSON. Вот так. Да. Ну, давайте смотреть. Так, ты вообще... Да, он задеплоился. Давайте глядеть. И вот у нас... вот у нас Application JSON, который говорит нам 404. Потому что он не нашел. А что это ты не нашел?
А, конечно, потому что нет. А как ты вообще запустился? Почему ты запустился в этом случае? Посмотри, здесь у нас produces текст HTML, application JSON, а здесь просто ничего. Да, то есть все остальные, которые есть. Я здесь, значит, говорю, application JSON запускаю, и он мне говорит, что not found. Вот гадей какой. Так, а если текст HTML? Ну, а это он вернул. Причем не то, что я хотел, да? То есть он не вот это. А, нет. А, не одинаковые. Да что ж такое? Они одинаковые. Так, ты у нас будешь HTML, ты у нас будешь JSON. А что он application JSON не захотел, интересно? Ты не поверил, что здесь JSON? Давайте мы ему персона вернем, раз он такой. Негодяй. Или это он типа строчку он не готов. Так, в общем, на JSON у нас пойдет Джош Лонг. Поэтому он точно в JSON должен быть преобразован. Перезапустим. Response body. Интересный вопрос. По идее, надо. При response body. Да? Но вроде как мы говорим produce application JSON и вроде окей. Он говорит, он, наверное, сам разберется. Возможно, Spring не требует response body, если вы говорите, что делаете application JSON. Сейчас поглядим. Я же добавлял response body, он мне сказал, что не надо. Что это вы себе позволяете? Так, HTML придет. HTML пришел. Application JSON придет. Не пришел. Интересно. А, я реквестом будет, что ли, написал? Почему он? Давайте посмотрим, если response body мы оставим, тогда он, может быть, сработает. Александр говорит, что не очень убедительно про юзкейсы. Это про какие юзкейсы? А, ну да. Видимо, я перепутал с request. Так, что происходит? Хватит рассказывать мне. А, понятно. Я переключаюсь просто. Идея теряет фокус и начинает рассказывать мне, что она все сделала. А, про регулярки, что там в одном месте ID это число, а в другом месте это какое-нибудь название, да? Ну, в общем, можно все равно про регулярки, можно с их помощью настраивать request mapping, если вам такое хочется, если это необходимо. Но если вы в самом деле в каких-то местах вот идет, вы можете туда поставить или число, или, допустим, не число, а какое-нибудь слово, и у вас должен быть разный там бизнес-логика. Зачем, конечно, делать такой API? Это большой вопрос, но неисповедимые пути архитекторов. Вот, смотрите, Джош Лонг пришел, все замечательно, прекрасно, ура, ура, к нам пришел Джош Лонг. Вот, если бы Джош Лонга не позвали, ничего бы не заработало, это просто магия Джоша. Так, чего тут у нас еще можно в request mapping положить? Produces, есть еще consumes, его тоже можно указывать.
Это, правда, само по себе не очень влияет. Это влияет в совокупности как раз с request body. Да? То есть вы говорите consumes application JSON, и это означает, что вы сюда должны прийти только в том случае, если у вас есть какой-то JSON-чик в теле request, который вы хотите преобразовать в кого-нибудь, например, в Джоша Лонга. Примерно так. Окей, ну это мы пока не будем глядеть. Давайте посмотрим, что у нас там дальше по плану. Это мы вот это посмотрели, params headers поглядели. Вот response status еще можно посмотреть, потому что он тоже сюда кладется. Хотя он немножко про другое, да. Значит, вот у нас есть какой-нибудь hello get, да. А вот давайте с этим. С Josh Long. И мы ему скажем не просто response body, а еще и response code. Response status и указываем ему response status какой-нибудь. Например, created. Вот. Это довольно странно, но почему бы и нет. Поглядим, что у нас есть такая возможность. Она просто довольно отдельная, поэтому я ее не стал складывать в другие разделы. А сразу сюда положил. Так, давай, приходи к нам. Джош Лонг, вот он пришел, и заметь, он теперь 201. То есть он не просто пришел и окей, а еще и создан. Вот так-то. Ладно, уже 19.53, давайте делать перерыв. Перерыв у нас будет до 17.05, такой ровно посерединке. Пока у нас перерыв, можете написать свои какие-нибудь вопросы в чатик. Например, где задачки в автокоде вообще уже? Как раз задачки в автокоде надо бы вам присоединять. Но, возможно, в среду это сделаю, раз уж я об этом вспомнил. Дальше мы будем глядеть вот на это. На param injection. Ладно, давайте передохнем.
Так, давайте продолжать, а то я уже в лабиринт полез. Так, я вижу, что у нас здесь была активность в чате, и прошли у нас голоса, кто что делал, и все ставят лайки. Ну, хорошо, хоть видео, задачку про видеобины многие сделали, это хорошо. Остальные тоже делайте, задачки еще появятся. Задачки будут про Spring MVC. Да, их будет, скорее всего, 3. Раз, два. Да, скорее всего, 3 их будет. Вот. Да, Петр, после MVC будет Spring Data. Но не сразу. Но после, действительно. Вот. Да, и если вы сделали метод такой, вот вы тоже молодцы, конечно. Чему бы и нет. Ну, давайте возвращаемся к нашей теме. Дальше мы глядим вот на это. И смотрим, что мы можем в контроллеры, в хендлер методы передавать в качестве параметров. Передавать мы можем многое. Давайте это я все уберу. Здесь у нас снова будет просто... Request mapping без затей. А, здесь пока ничего не будет, здесь будет просто name. Да? Вот. Итак, что можно передавать в handler методы? Давайте подумаем сначала, а что у диспетчера сервлета есть, что он мог бы отдать. У него есть прежде всего request, который ему пришел, response, который ему нужно написать. Да и, в общем-то, и все. Больше у него ничего нет. Да? Все остальное он берет из этих двух объектов. Поэтому самое первое, что вы можете сделать, вы можете, конечно... Так, модул нам тут тогда не понадобится. HTTP, сервлет, request попросить, сказать, уважаемый, дай мне request. А потом сказать HTTP, сервлет, сервлет. Лет респонс тоже мне дайте, я буду его тоже что-то с ним делать. Ну, респонс, кстати, давайте так. Если вы получили сюда респонс и хотите сами в него чего-то записать, вы можете это сделать, но тогда вам нужно вот здесь сказать void, чтобы ничего не возвращать. Тогда подразумевается, что вы в этот самый респонс сами все наделали, что хотели, наскладывали туда все, что нужно, и можно этот респонс забирать и возвращать как есть. Вот. Если же вы что-то возвращаете, то все-таки это не совсем то, у вас могут возникнуть проблемы. Поэтому мы просто респонс здесь уберем на всякий случай. И пишем. Да, но модул тогда надо вернуть. Да, модул надо вернуть. Модул можно было бы вместе с респонсом получать, но если обрабатываются респонсы и у вас здесь void, то этот модул ни на что не повлияет, да, потому что модул влияет только на процессе view не резолвинга уже даже, да, а view формирования этого view. Объекты из модула попадают во view. Если же у вас метод void, и вы возвращаете именно response, то ничего не будет происходить, никакого view resolving, просто будет возвращаться response в том виде, в котором вы его там сохраняли. Здесь, значит, мы говорим request, get parameter, и вот у нас, пожалуйста, параметр, это же замечательно, здорово, так как. Вот, ну, даже не знаю, стоит ли это запускать. В общем, так можно, да, вы просто request или response можете сюда положить. Что еще можно сюда положить? Можно положить HTTP session. В общем-то, можно его сюда не класть, а просто забрать из request, да. Вот у нас будет request session, вот такой. И это, в общем-то, примерно то же самое. То есть вот этот getSession за вас делает
диспетчер-сервлет, поэтому здесь большой разницы нет. И это мы закрыли request, response и HTTP session. Заметьте, что можно HTTP метод передавать. И что интересно, да? Вот у нас есть request, и мы можем сказать HTTP метод. Вот такой. Причем, заметьте, это спринговый. Зачем передавать метод, если мы обычно мапим на get, post или еще на что-нибудь? Ну, в данном случае мы мапим одно и то же, вернее, мапим без указания метода. Поэтому в этот handler метод будут прилетать все реквесты по этому пути. А, ну, кстати, кроме метода post, потому что вот он здесь отдельно, да? Так вот, будут падать сюда все реквесты, кроме post, с таким методом. И для того, чтобы как-то решать, что с ними делать, вы можете вот этот метод сюда просто заинжектать, а вместо того, чтобы у реквеста допытываться, какого он метода. Примерно так. Но очень редко используется, да, то есть... Метод, что у тебя можно забрать-то? Matches. Ну, типа, get. Вот так. Ладно, метод, конечно же, не просто так. Он enumчик, и вы можете сравнивать его как enumчик. Вот. Ну, мало ли зачем, мало ли какая у вас бизнес-логика. Можно, наверное, так, хотя, конечно, не рекомендуется... Лучше делать маппинг правильно, да, то есть вы можете указывать request mapping и там метод указывать. Но с другой стороны, вдруг у вас будет одинаковая логика обработки методов разных, вернее, HTTP реквестов с разными методами, HTTP методами. Может же быть такое? Может, если вы очень плохо, ну или не вы, если кто-то очень плохо придумал, как нужно, как должно работать ваше веб-приложение, то запросто... Может быть такое, что у вас будет одна бизнес-логика на любой из методов, которые сюда должны прилететь. HTTP методов. Так, а, я даже и не перезапускал пока что. Окей, HTTP методы посмотрели. Теперь вот это глядим. Локаль, таймзон и зон ID. Вот это мы даже, наверное, запустим, да, потому что это интересно. Значит, реквеста мы здесь уберем. А хотя... Пусть будет. Почему бы нет? Значит, хотим локаль. Хотим time zone. И хотим zone ID. Давайте поглядим, это вообще у нас работает или нет. Здесь у нас будет... А, нет, давайте, чтобы не менять, просто в name все это сложим. Ну или... string.join... Здесь просто и перечислим. Да? Да. Локаль. А, ты же не умеешь. Тебе нужно именно вот так. Ладно. Time zone. И zone ID. ToString. Вот это, конечно, неприятно. Ну ладно. Не ту зону ID, а ту string. Будет смешно, если это сработает не так, как надо. Давайте перезапустим и поглядим, что нам прилетит.
Отлично. Давайте отправляем этот самый get. И вот мы видим. Значит, это у нас локаль. Вот она, yen.us. Это у нас зона. Вот так. Да, вот отсюда у нас зона. А это у нас zone ID. То есть из реквеста получается локаль, с которой этот реквест пришел, зона ID и ну, вот эта зона ID, потому что я в этой часовой зоне. И тайм-зона целиком, то есть с офсетом, с, видите, use daylight false. Что такое transition 79, я, честно говоря, не знаю. Может, вы знаете, напишите. В общем, вот такой time zone, ну или вернее zone info. То есть это то, что наследует этот самый time zone. Вот, получается, это тоже из реквеста, понятное дело, что-то берется по умолчанию. Ну, и вы можете действительно выполнять какие-то специальные вещи здесь зачем-нибудь. То есть вы можете по-разному разметить вот тех, кто к вам приходит из зоны, допустим, из российской, ну или московской, или те, у кого далеко. Находится, не знаю, как это еще правильно сказать. Вот. Ну, про yen.us тоже понятно, что вы можете что-то по этому поводу тоже решить. Возможно, даже как-то интернационализировать свои кастомные интернационализации. Вот. Для хендлер методов это на самом деле не часто применимо. Вот эта штука. Но иногда может вам понадобиться в каком-нибудь метод интерсепторе. Ну, то есть здесь тоже можно делать интерсепторы, которые обогащают каким-то образом request до того, как вы до того, как он попадет в хендлер метод. То есть, например, вы смотрите, что у него там. По текущему времени у него там ночь, и вы там в request можете добавить атрибут. То есть это не параметр, а именно атрибут request, а именно добавленный, в котором написать там, не знаю, доброй ночи, и этот самый доброй ночи передать в модель. Ну или model атрибут сделать какой-нибудь. В общем, что-нибудь такое можно по этому поводу делать, узнавать какие-то локальные особенности той машины, откуда пришел request. Окей. О, Андрей пишет про то, что такое transitions. Transitions, так. Этот массив описывает переходы смещений греческого меридиана. А, GMT этого. То есть, отлично. То есть это не просто 79, это массив из 4 битовых полей. Ладно, как-то это сложно, в общем, слишком. То есть здесь написано просто 79, но на самом деле это не 79, да, а 4 бита, которые что-то означают. Первые два там пустые, первые три там пустые, а последний не пустой, в нем написано... Очень, очень сложно. Не знаю, что все это значит. Очень прикольно. Очень интересно, но ничего не понятно. Да. Давайте, наконец, уже перейдем к request-парам.
В самом деле, тем более, что мы их уже использовали. Как вы понимаете, с реквестом напрямую работать прикольно и удобно. Вернее, как удобно. В том-то и дело, что прикольно, вы можете многое сделать, но не очень удобно. Иногда вы хотите сразу получить реквест-параметр какой-нибудь. Например, здесь я хочу получить реквест-параметр name, разумеется, потому что именно его я обычно и отправляю сказать, что он строка и что он name. И значит, у меня вот это я все убираю, и здесь я пишу name. Замечательно. Это то, что мы с вами видели, уже и так оно работает. Что можно в request param дописать? Что можно в тебе дописать? Можно дописать в него default value. Default value — это хорошо. Required еще. Ну, давайте поглядим, что есть просто здесь value, а здесь есть еще name, и они, как вы понимаете, тоже алиасы друг для друга. Вот value — это алиас для name, а name — это алиас для value. Ну и вы понимаете, зачем оно здесь нужно. Я вам уже рассказывал про подобное. Затем здесь можно указать required false, и таким образом здесь name равно null. Изменим немножко логику. Если name равно null, тогда name, в противном случае name. Вот, то есть здесь у нас будет следующая логика обработки. Мы сюда все равно зайдем, даже если параметра name у нас не будет. То есть, если вы помните, в самом начале у нас все падало, потому что, ну, когда я отправлял запрос, он нам говорил bad request, и было непонятно почему, а теперь понятно почему. Потому что был request param с именем name. Так, погодите, у меня тут малыш пришел поплакать. Ну что ж, давайте продолжать. Я забыл, на чем мы остановились. Так, request параметр value, ну или name. У него будет name. Ну, name равно name, это как-то
в Java стиле, поэтому мне очень нравится. Можем сделать ему required false. В этом случае не произойдет ошибки, если мы обратимся, не передадим параметр с именем name. Все равно этот метод вызовется успешно просто на имя, на место. В качестве значения для этого параметра будет передан null. Давайте поглядим, что так и будет, а то вдруг я вас обманываю. Деплоится артефакт. Артефакт деплоится. Отлично. Давайте вот запустим, как было. Тут к нам приходит Hello Dio. Ну, кстати, ему accept можно убрать. Нет в нем сейчас смысла никакого. Hello Dio. Если я здесь убираю значение, это не убирает name. То есть он вроде как должен прийти туда пустой. И видите, он у нас действительно просто пустой. Но если я убираю целиком параметр, и параметра name у нас нет, то вот, пожалуйста, no name. Но name у нас все равно здесь происходит. Это как бы стандартный вариант, как можно сделать опциональный request параметр. Но, кстати, не единственный. Вместо этого можно еще можно сделать следующим образом. А, да, давайте, кстати, поглядим, что если мы этот самый required сделаем по умолчанию, а по умолчанию он true, то у нас ничего не сработает. А то, опять же, вдруг я вас обманул, и он прекрасно работает в любом случае. Деплоится артефакт. Деплоится. Сдеплоился. Вот, видите, у нас теперь нам рассказывают 400 bad request, потому что не прислали мы нужного параметра. Так вот, можно в качестве альтернативы вот этому required false на тот случай, если вы ну, это, наверное, более предпочтительный вариант. То, что я сейчас показываю. Использовать optional. Во-первых, у вас тогда вот этот request param аннотация на несколько меньше, но главное здесь другое. Главное то, что вы в обработчике, вернее, в handler методе не получите null никогда, да, то есть вот этот равен null, он не сработает, конечно, и здесь вы просто пишете name or else no name. Это несколько более, ну, как сказать, не то чтобы изящно, это лучше. Потому что вы не забудете обработать ситуацию, когда вам параметр не пришел в handler методе. Потому что до этого, если у вас просто name мог быть равен null, а здесь у вас optional в любом случае null не будет, и когда вы будете из него получать значение, вы точно должны будете указать какое-нибудь значение, ну или что-нибудь другое, там есть urls from вроде, вот, какой-нибудь urls from, на случай, если этого значения там нет. Вот, то есть это, на мой взгляд, более предпочтительный вариант указания опциональных request параметров. Деплоится артефакт.
Нет, еще не деплоится. Вот теперь деплоится артефакт. Артефакт деплоится. И давайте поглядим. Вот наш ноунейм снова пришел. Окей, с request параметром вроде бы все. Но стоит ли говорить, что есть default value на тот случай, если... так, да, наверное, стоит говорить, потому что может быть не совсем понятно. Если вы указываете default value и здесь, скажем, noName, вот такой, то вот это, по идее, тоже скомпилируется. Но здесь будет, давайте, noName annotation. Вот так. Давайте так. Снова погадаем, снова у нас будет пазлер. Что произойдет, когда я вызову без параметров? Первое. Вообще ничего не задеплоится, не поднимется приложение. Второй вариант. Мы увидим noName. Третий вариант. Мы увидим noName annotation. Четвертый вариант. Мы увидим 400-ю ошибочку. Голосуйте за в чате за вариант. Только не первый, второй, третий, четвертый, а эти самые семантически значимые. Noname, noName annotation. 400, думает Андрей. Но почти весь этот самый спектр собрали. Максим поднимает вопрос веры в Spring. Но здесь не совсем вопрос веры именно в Spring, а его предпочтениях. Что именно он будет в таких немножко противоречивых условиях отдавать. И noName annotation к нам пришел, разумеется. Надо ли объяснять, почему? Ну, я думаю, надо. Почему бы и нет? Раз были разные варианты. Default value – это value, которая используется в том случае, если параметр не пришел. При этом он все равно у нас optional. Да? То есть сначала как бы мы обработали его как request param, увидели, что его там нет, и сдали ему default value. Потом value, которая у нас получилась, а оно не null, мы смогли положить в этот optional, в name. И поэтому этот or else никогда не сработает. Понятное дело, что если вы замените optional на не optional, то теперь он будет работать точно так же. То есть это, наверное, еще чуть более правильный вариант даже без optional. Да? То есть вы указываете декларативно альтернативу. Это не всегда может полностью хорошо подходить, да, потому что альтернатива optional вам может быть действительно какое-то захардкоженное значение, а может быть и не захардкоженное. Может быть, альтернативой будет значение какой-нибудь из базы данных или откуда-нибудь еще. В этом случае default value вам не подойдет. Вот. Давайте поглядим сейчас. Что теперь к нам придет noName annotation тоже. Артефакт деплоится. Пока деплоится артефакт, можете по шкале от 1 до 10 рассказать, проголосовать, насколько хорошо вы слышите негодование моей дочки из соседней комнаты. Ну вот noName annotation. Пожалуйста. Так, required optional, это мы посмотрели. Дальше у нас идет path variable. Отлично. Здесь у нас будут уже некоторые изменения, стало быть. Возьмем, пожалуй, другой метод, вот этот, да. Мы ему скажем теперь hello, чтобы
Ну, как тебя правильно назвать-то? Ты будешь hello, hello, в общем. Hello, hello. Hello, а здесь будет... Здесь будет уже не request параметр, а path variable. String name. Эй, ты чего? А, нет, все в порядке. Кого ты там сходил? А, ладно, бог с ним. Так, значит, перезапускаем и смотрим. Иногда вы хотите получать значение не из request параметра, а из части пафа. Да, из части пути URL. Особенно характерно это для всяких REST-like API. Да? И здесь у нас будет примерно следующее. Мы здесь говорим hello. А здесь будем говорить dear. Вот так. Сейчас задеплоится артефакт. Артефакт задеплоится. И запускаем. Так, 404 ты мне рассказываешь, да? Почему? Hello. Hello. Dear. Так, а что-то не смог. А, нет, pathVariable. А чего не так? Чего не так? Выхоло, что ли? Наверное, так. Что тебе не нравится? Ну все. Поднимается артефакт. Задеплоился артефакт. Не, смотри, 404, что-то не так. А что не так? Чего ты не можешь? Статус репорт. Name. А, господи, у меня же здесь пав. Не, так нормально, пав, чего нет? Так, подождите. Name, пав variable. Чего не может найти? Так ты не можешь найти? Так ты наоборот можешь найти. Думаете, здесь скобочки должны быть? Да нет, вроде нет. По идее, должно работать, но не работает. Так. И чего ты у нас не хочешь? Mm.
Странно. Что-то я не понимаю, чего он не может. Он пишет 404, да? Buffer Apple, здесь name, здесь hello. Думаете, сюда нужно поставить слэш. Но person-то работает и так, без этого. Ну-ка. Да, там вот Максим пишет, 26-й строчке убрать name. Сейчас посмотрим, да. Нет, тоже нет. Ладно, давайте уберем скобочки. Вот так оставим. Последний раз в продакшене я, по-моему, с 4-й версии Spring MVC работал, хотя лес какой. Я уже не помню. Ну, вообще-то раньше по Affirable нужно было указывать там название. То есть именно что именно нужно. То есть вот в скобочках указывает то, что нужно. Сейчас это не обязательно по умолчанию, но я как-то думал, что оно будет работать, если я укажу все равно. Оно не работает. Это неприятно. Как-то так. А оно все равно не работает. Там слэш остался. Думаете, это важно? Нет, в контроллере, в маппинге. А вот этот? В начале. Вот в начале. А, ну давайте так попробуем. Нет, все равно не находит. Что это такое? Будет смешно, но нет. Не находит. Что-то она не находит. Так, скриншот тут прислали. Да, это оно есть. Pufferable. String product code. Что здесь неправильно? Что здесь неправильно? Может быть, так тебе нужно? Get, там get. Вроде все правильно.
Ладно, давайте так перезапустим без завершающего слэша. А, погодите, он... А! Я думаю, в чем ошибка? Он не может найти... Ну да, в браузере мы бы сразу поняли, что происходит. Он не может найти... Кого ты не можешь найти? MVC, демо, hello... This web inf gsp hello gsp. Чего ты не можешь найти? То есть тут ты можешь найти, а здесь ты не можешь найти. Очень интересно. Ну-ка, погодите-ка. Значит, здесь ты догадываешься, что hello no name annotation, ты догадался. Молодец. А здесь ты не догадался. Get mapping. Строка. Тоже hello. Message MVC demo hello webinf gsp hello gsp. Так. Значит, ты не можешь найти нам. Ладно, уважаемый, ладно. Будешь нам Джош Лонга тогда отдавать. Где наш Джош Лонг? Только вместо Джоша мы ему туда положим на им. А респонс бади еще. Да, да, да. Точно. Эй, ты куда убежал? Ты там что-то делаешь? Не надо ничего делать. Почему-то View Resolving сломался на этом пафе. Мне сложно сказать, почему, я не понял. Но, видимо, дело именно во View Resolving. Хотя возвращали мы тот же самый hello, он не нашел вот этот hello еще один раз. Интересно. Милонг, отлично. Ну, теперь ты, по крайней мере, работаешь. То
То есть я там перебираю, почему оно не работает, а оно ломается на view resolving. Ну, прекрасно. Окей. Так или иначе, PuffRabble работает, наконец. Некоторые из вас сказали, что а зачем там вообще что-то указывать? Указать там тоже можно value name или required. Required можно, как видите, сделать false. Надо попробовать вызвать так, чтобы он у нас получился именно false. А давайте сейчас попробуем просто позвать, чтобы сломать. Вот так. Вот, сразу 404. Говорит, что нельзя. Значит, мы тебе сделаем required false. И теперь, мол, все хорошо. Ладно, это потом. Да, и можно указать еще name или value, что это одно и то же. Давайте укажем name равно name. Required равно false. И это должно работать. Почему вообще вот этот name нужно указывать? Я вам уже рассказывал, что в стародавние времена, ну, не такие уж стародавние на самом деле, Java по умолчанию компилировалась таким образом, что забывала имена параметров. То есть вы не могли в рантайме получить имя параметра метода, которого вызываете. Да? То есть то, что он name, вы не знали. Вы могли знать только, что он string. А что он name, вы не могли этого знать, если компилировали по умолчанию. Поэтому здесь обязательно нужно было вот прям железно в PuffRabble указывать этот самый name. Вообще без вариантов нужно было указывать. Сейчас это не так. Вы можете его указывать, можете нет. И поскольку теперь Java компилируется по умолчанию и запоминает параметры, оно вот нормально сработает, все равно найдет, что нужно. Давайте попробуем это еще раз. В этот раз редеплайнить, например, чтобы было быстрее. Вдруг так будет быстрее. Ну, должно быть на самом деле. Вдруг так будет на самом деле. Нет, должно быть на самом деле, а вдруг оно так и будет на самом деле. В этом смысле. Ну, что-то не особо на самом деле. Стоит поменьше на самом деле говорить мне про на самом деле, да? Так. Давайте мы вернем сюда этого самого Ми. Вот он пришел. А если я его уберу, то нет, все равно 404. Вот, то есть, как вы видите, required false. Я же делал required false. Да, required false. Нам помог здесь не особенно. А, погодите, чего? А, окей, он просто не нашел, не понял, что я имею в виду. Да, что я имею в виду, не тот. Да, он не совсем понял, что я у него прошу. В PUF может быть больше одной PuffRabble, как вы понимаете, да? Здесь можно написать еще какой-нибудь last name. В общем, я хотел показать, что required false в качестве для PuffRabble заставить работать как-то сложно. Я помню, что когда у меня была такая задача, как-то мне не удалось это сделать нормально.
Вот, вот у вас есть разные path variable, и все с ними вроде бы хорошо. Мы еще с вами... Matrix variable можно было посмотреть. Ладно, про Matrix variable мы с вами посмотрим в следующий раз, там, потому что нужно немножко больше телодвижения. Сейчас последнее, что я сделаю, это я попробую сделать два одинаковых метода, у которых будет разница именно здесь. Значит, здесь ты у нас будешь D+. То есть как раз числа, да. И будет у нас, ну, long, например. Long, только ты будешь не name, а ID, как бы. Hello. Robot. А, ну это на самом деле тут не важно, да? Этот робот mask плюс один должен идти сюда. А модул нам не нужен здесь, в данном случае. И ровно такой же метод, который будет называться... Это у нас был hello, hello. Это будет hello, hello. Как вы понимаете, у меня некоторые трудности уже с этим самым, с креативностью, да, под вечер-то. Здесь у нас будет не long, а string. Name. А здесь тоже будет name, а не ID. Заметьте, что, кстати, идея здесь тоже мне поменяла. В getMapping'е, то есть мне не пришлось об этом вспоминать, это прикольно. И сюда ставим name. Давайте поглядим, запустится это вообще или нет. У меня есть сомнения на самом деле. Так, тут вопрос, это hello name, а path равно value, что-то я не понял. Это я, видимо, выпал из контекста, потому что картинку открыл. А, path равно value, да, path и value это одно и то же, это тот же самый request mapping, ну только get mapping он называется, да, но тот же самый request mapping, то есть path и value в нем это одно и то же, да, Андрей? Давайте rest на control. А, это, видимо, как раз то, что я и сделал. Так, hello. Давайте, 9. Придет ли к нам робот номер 9? Сейчас поглядим. Не пришел. Почему? А, вот ты задумался, да? То есть ты не знаешь, кого позвать, этот hello или этот hello. Ладно, давай так, тогда давай... А, подождите-ка. Hello, hello. Ну, в общем, сейчас он не смог мне ответить, но при этом о том, что он не сможет ответить, он понял не сразу, да? А только после запуска. Это не круто вообще-то, уважаемый Spring. А, Z плюс. Ну и такой еще Z, чтобы у нас большие буквы тоже были. Сделаем перезапуск. Я надеюсь, что сейчас оно у нас работает. Давайте регулярки, давайте, давайте регулярки работайте. Отлично, ну-ка.
Вот, смотрите, к нам прилетел робот Маск 9. Ура! Прилетит ли к нам робот Маск 9, если мы его по-другому попросим? Робот Маск. Инф. И вот смотрите, робот Маск Нинф тоже к нам прилетает. Вот видите, можно все-таки делать одинаковые паф, но чтобы у них были разными регулярками, они описывались. С реквестами у нас что-то там не вышло на первый раз. Может быть, в реквестах и нельзя в самом деле этого сделать. Но в паф точно можно. Про это я точно помнил, потому что я это делал. И вот оно таким образом работает. Дальше мы с вами будем еще смотреть про всякое другое. Вот у нас matrix variable вот до сюда. Вот, потом request body нам нужно будет съедать. Ну, request header cookie value это несложно. Map model тоже нужно будет объяснить, что это такое, откуда берется. Model attribute это еще интереснее. Session attribute, ну так, не очень интересно и не очень понятно. Организован, на мой взгляд. Мне он не нравится, этот совершенно атрибут, но дело вкуса. Ну а дальше return type, вот их там разное количество интересное. И всякие нас ждут контроллер advice. Тоже интересное. Возможно, мне стоит подготовить немножко заранее и более продуманно будет демо, чтобы мы успели все это досмотреть хотя бы в среду. Но прошу понять, простить, болею. Да еще и работать надо на остальных проектах всяких. Так что понять, простить, вот это все. Давайте так. Чего бы напоследок от вас попросить про request mapping? Напишите или пришлите какой-нибудь скрин самого интересного или странного или необычного или хорошего или плохого request мэппинга из тех, с какими вы сталкивались. Ну, разумеется, если это не попадает под NDA. Напишите в чатик, я думаю, будет интересно. Так, зачем, Александр, зачем ты скинул гимн Индии? Это про request мэппинг? Или это про то, что у нас индийский сериал? Непонятно. Александр, нужно пояснение. Я просто не рискую открывать пока что. В общем, кто понял шутку, объясните мне тоже. Можно в личку, потому что так я не понимаю. А на сегодня мы заканчиваем. А, это про удобство работы с регулярками. Ну ладно, хорошо. Окей. Встретимся с вами в среду. До того момента постараюсь вам задачки подключить, чтобы они у вас тоже были про Spring MVC. Про сервлеты вы вроде задачки не захотели, и бог с ними. Ну, на этом, наверное, все. До встречи послезавтра. Пока. Спасибо за лекцию. Хорошего вечера. Спасибо. Пока-пока. Спасибо.